have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Поехали. Сегодня будем, наверное, играть втроем. Забрали Леви. Итак, да, ребятки, мы сегодня будем в таком положении. Давайте мы тут немножко все соберем. Мы тут уже ходили, смотрели, но теперь нас трое. Как вы понимаете, это немного меняет ситуацию. Но что случилось? На самом деле, я этого босса в подземелье с героином, которого я пытался сколько... Час 15 я за ним ходил. Каждый раз у меня получалась такая штука, что он меня или убивал, или же, если он меня не убивал, то получалось, что у меня кровотечение, и из-за кровотечения я не могу ничего дальше сделать. У меня или мой персонаж умирал, или же... Ой, синяя травка. А тут мне попалось, в общем, да, он меня все равно поцарапал, я его убил, все дела. Вот, он наносит и заражение крови, и кровотечение, и еще и отравление. Кстати, Леви я закинул вторую порцию героина, я не знаю, зачем я это сделал. Блин, она всего лишь на 10 восстанавливает. И печаль, тоска. Ладно. Майнд у нас еще вроде нормально. Давайте... Лаванда. Лаванда хорошая, кстати, штука, восстанавливает полностью. Я у него забрал винтовку, потому что мы сейчас будем ходить ломать двери. У нас отряд выбивателей. Я не хочу, чтобы он тратил патроны. А он еще и первый ходит из-за того, что он на позитиве, да? Я промазал, я молодец. Давай еще раз. Как можно промазать по двери, блин? Это маг меня удивляет иногда. 326. Ага, даже за два пинка мы ее выбили. Давайте обыскивать все. Ничего, отлично. Золото это так. Кстати, погодите, я там пару вещей еще находил. Сейчас мы с вами разберемся немножечко. Походим, полутаем. Мел. Судьбы, блин. Неплохо. Ой, фонарик. Кстати, фонарик. Я попробовал в битве фонарик и ржавую пилу. И то я заценил. Неплохие вещи. Насчет ржавой пилы я не уверен. Фонарик прям... зашел неплохо. Так, слабеть от голода нам никому не надо. У нас тут, конечно, фиеры, конечно же, хангер. Но слабеть от голода это плохая идея. Поэтому поехали. Я сейчас предлагаю, наверное, раз нас трое, я бы вернулся и поискал бы что-то в запертых дверях. Например, в том же самом особняке. Вот, тут, конечно, весело и хорошо, но пока у нас такая ситуация, давайте походим. Я не уверен, что я в таком положении смогу на кого-то напасть, у меня мало хпшки, но, по крайней мере, я могу походить и поискать хилку себе. А если я поищу себе хилку, то потом, вполне возможно, я могу кого-то и отпинать. Давайте сейчас... будем заходить куда можно. У нас вроде как именно с едой пока что проблем не наблюдается. Опять же, если с кем-то драться, я дам ему винтовку, он солдат, он умеет стрелять. У него к тому же была и своя винтовка с собой. Чему я несказанно рад. Вот, но все же. Я сейчас пытаюсь припомнить, где у нас были запертые двери. Пока что мне только особняк приходит в голову. Давайте туда сходим. Нам бы, конечно, на того психа в особняке напасть, но, опять же говорю, я, по-моему, сейчас не в том состоянии, чтобы на кого-то нападать. Давайте попробуем максимально сейвовенько сейчас отыграть. А, тут... Точно, тут есть насчет сейвовенько, тут есть сейв в доме, если что. Мы втроем относительно более-менее живые, давайте посмотрим, как там будет. Если что, можно будет потом тут и сохраниться. Так-то, в принципе. Мне бы главное сейчас отхилиться как-нибудь. Не знаю, на сколько времени эйфория у этого пацанчика. Но втроем, по крайней мере... Блин, ему уже доза нужна. А из-за того, что ему нужна доза, он не особо сильный, да, сейчас? Блин. Эйфория прошла у него довольно быстро. Наверное, зря я ему дал сразу же вторую дозу.
Вообще вся эта авантюра сейчас выглядит крайне рискованно, потому что я зашел, нашел как бы все, что мне надо было. Ой, блин, погодите, это армированная дверь. Да, он бьет в полсилы. Армированную дверь я не возьму. Это там что-то хорошее. Ладно. Он бьет в полсилы, потому что у него сейчас отходняк. Это печально. Duct tape. Погодите. Это едохранилище. Склад. White vial. Это неплохо. Это от заражения. Нам пойдет... Пирог. Репка. Грибное рагу. Тут нам прям хавчиком затарили нас. Potatoes. Bottle of vodka. Да ладно, неплохо. Можно будет наш майнд, кстати, подправить, который скоро уже начнет ехать. У меня еще 4 вина есть. Лавандер есть. Max Health. Давайте, наверное, пока что вином заправимся. Мне интересно, что будет с этим другальком, когда он съедет с катушек, если он съедет с катушек, и вообще, насколько нам невыгодно его с собой таскать. Но пока есть, что есть. Так, Gunpowder, порох, отлично. Пойдем полазим дальше. Тут было много закрытых дверей, это я помню. Поэтому попытаемся. У нас, кстати, желтый, красный и синий. Неплохо различать их по цветам будем. Сюда можно зайти. Он хоть и бьет в полсилы сейчас, но мне этого хватает, чтобы дверь открыть. То есть мне как раз вот этого чуть-чуть и не хватало раньше. Угу. Каких-то 100-200 урона. Вот, зато теперь можно заходить. Погодите, там сундучок. Яйцо. Героин нашли. Отлично. Теперь он у нас стал рандомно попадаться. Open. Я пожалею об этом. Во, хилочку нашли. Это же ж просто же ж офигенно же ж. Light Blue Vial. Это мы сейчас себе. Жахнем. Сколько у нас хпшки? Почти полная. Супер. Нам осталось отрегенить критика Кайзера. Надо будет еще почитать все это. Нам осталось отрегенить девушку. У нас есть еще две порции в шприцах для вот этого вот мальчика. И в принципе потом бы где-нибудь, наверное, сохраниться бы еще. Ай, было бы вообще неплохо. Я боюсь его сейчас пичкать таблеточками. Вниз я не пойду, внизу я помню, что. Мне туда пока что не надо. Хотя, в принципе, когда у тебя один человек полуживой, это лучше, когда два человека полуживых, да? Потому что, ну, всегда... Тут тоже кровать есть. Skin Bible, неплохо. Еще одна. А тут... Блин, знаете, чего не хватает? Не хватает, как раньше было в первой части, когда ты подходишь к кровати, и можно оторвать просто кусочек простыни и потом перемотаться там для факела. Ну ладно, тут факелы не нужны, но вот это было прям бы неплохо. 2 шиллинга. Да, вы мне писали насчет того, где можно потратить деньги. Я помню, спасибо. Но мне это сейчас не актуально, что ли. Ничего, тут ничего. Вон этот сектант еще стоит, я не пойду сейчас к нему. Раз у нас есть способ его обойти, погодите. Я нашел еще одну... я нашел еще одну тряпочку, чтобы перевязаться, если что. Это отлично, потому что, оказывается, это огромная редкость. Бутылка водки. Бутылка водки и мясной пирог. В одном этом неплохо. Синяя трава. Еще 10 хилочки. Пока не буду. Да, вы мне говорили про вот эту броньку, которую я тогда успешно упустил. Спасибо. Я...
Ключ от особняка, супер. Open. Пожалуйста. Маленький амулет вещей. Да, сундук пуст, это понятно. Давайте тогда попробуем приодеться. А, мне, во-первых, поесть надо, но это мы еще посмотрим. Роба белого мага, погодите, бронька-то, наверное, лучше будет, да? Она, ага, магический дефенс меньше. Нет, тогда я ее... Талисман... А, минуточку, я могу аксессуары другие еще посмотреть у себя. Вот, маленькие агилити улучшает. Руна Соломона, погодите, это я тоже, кстати, нашел. Это старая реликвия из северных воинственных племен Ольдегарда. А, это откуда варвар был, точно. Говорят, что руна содержит душу Соломон Снейка. Так, ладно. Которая дает владельцу твердость кожи. Это предотвращает потерю конечностей, ожоги и кровотечение. Одеваем. Просто одеваем. Так, ты у нас девушку. Ты у нас будешь... Вот, армор тебе вот этот получше будет. А аксессуар? Ну, на тебе чуть агилити побольше. Получается так. А парня я даже не смотрел. Я ему оружку снял. А, у него... Нет, нет, нет. Вот, мясной молоточек. На, держи. И... А, ну такое же, да, типа? Аксессуары мне пока тебе нечего дать. Так, теперь похавать там нам того надо было. Food. Давай vegetable pie. Навернем. С разумом, кстати, у всех пока что более-менее неплохо. С хпшкой. Вот нам нужно еще 10. Ну, в смысле, мы можем еще 10 хпшек себе восстановить. А, нужно валить отсюда потихонечку. Нужно валить аккуратно, чтобы нас не запалили. Я пока с этим перцем все равно сталкиваться не хочу. Как минимум, я хочу сохраниться. Сохраниться... Я бы, наверное, даже на этой кровати сохранился. Но что-то, блин, мне немножко стрёмно в этом особняке спать. Я бы такой, чтобы свалил из особняка. А потом уже где-нибудь на нейтральной территории можно было бы... и сохраниться. К мэру я уже ходил, спасибо, визит удался. Тут, получается, я уже все лутанул. Ключ от особняка я получил, это, конечно, тоже классно, но я уже выломал все двери, мне он уже как бы и не нужен. Хотя, а тут я лутался? Да вроде да. Туда я тоже ходил, там свечки можно зажечь, это я помню. Да, тут поэзия 17 века. В принципе, ничего особенного. Кстати, вот тут вот пол, видите, каменный, как в крепости Фейренхангер. Уж не знаю, я, по-моему, этого раньше не замечал, но вот такая маленькая особенность. Куда я сейчас хочу? Вот что, в чем прикол. Ну-ка, я могу, конечно, вернуться туда же, где я был. Это не то место, где я нашел ружье на стене, да. Это то самое место. Нет, не ведро. Ладно, чемодан мы смотреть не хотим. Давайте тогда я реально зайду туда же сейчас. Попробую сохраниться, если это выйдет у меня. Да, я понимаю, что наступит уже вечер. Но... у меня сейчас довольно неплохое положение, которое я, наверное, бы не хотел терять. Ну, то есть я взял себе третьего человека. Мы все более-менее живы, не отравлены. А уже минус один. Сохраниться, пожалуйста. Давайте я на новый слот сохранюсь. У меня, по крайней мере, будет дневное, опять же, сохранение вдвоем. И получается, вот вечернее сохранение втроем. Ага, спим опять. Спим, спим, дружище. Ничего не поделаешь. Но теперь можно, кстати, наверное...
куда я теперь хочу? Давайте теперь по городу там пошастаем, может быть, мы найдем еще какую-то хилочку, еще что-нибудь. Так-то можно бы, наверное, было бы зайти и в развалины старого города. Я не помню, что там сейчас доктор вечером делает, есть ли он там вообще. Тем более, опять же, вечером мы с вами ходили только один раз, если я помню. Так, нам не сюда, нам вот сюда. Да и... А, ну сейчас мы сохранились, мы можем попробовать того психопата пощупать, кто его знает. Приходите завтра. Угу. So rude. Этот дружище все еще тут сидит? Да, сидит. Я так и не пробовал убивать. Ну, кстати, сейчас, пока мы втроем, можно будет попробовать его одолеть. Но, опять же, это сделаю, наверное, перед следующей серией за кадром, раз у меня есть сохранение недалеко от особняка, и нас тут трое, можно будет попробовать такую фишку провернуть. Так, гнилое мясо. Столько мне гнилого мяса, конечно, молодцы. А, еще... Ну, в принципе, с другой стороны, чего я надеялся, это на мусорке найти. Было бы наивно. Так, 9-миллиметровые пули. Я не помню, если у меня есть пистолет. И у меня есть винтовка, даже две. А, там этот Бобби. Бобби, я, кстати, помню, да, вы говорили, что его пнуть надо. Если что, я к нему сейчас подойду. Это не проблема, да. А, тут тоже Бобби. Ну, давайте подеремся с Бобби, я знаю. Блин, наверное, надо было... Надо было нашему чувачку-то вколоть. Он сейчас кому-то въедет. Да, блин. Почти убил. Значит... Почему именно ей? Почему ты втащил именно ей? Блин, аж прям как-то бесит. Я могу подлечить всего на десяточку. У людей вон полные жизни. По крайней мере, этого солдата уже хорошо. По очереди. Фишка в том, что мы деремся по очереди. Он один, но он ходит три раза. Офигезно. Давайте мочим его. А, тело Бобби еще пульсировало, но теперь оно остановилось. Вот, теперь он не встанет, да? То есть... заплесневелый бред нашли. Отлично. Я могу вот даже обезглавить. Не знаю, зачем мне это надо, но... Голова Бобби. Там где-то второй был... Ай, блин... Да, ну я застрял. Ну ты чё, блин, он ее сейчас убьет. Давайте. Сбежим. Валим нафиг. Томат, пиво, отлично. Белая мука. Угу. Так, а я сюда в эту сторону доходил или нет? В прошлый раз убегаю. Там Pocket Cat с другой стороны, это я помню. Лавандер. Сюда.
сюда маньяка. А, мы можем в эту сторону сходить. По-моему, в эту сторону, кстати, я и не ходил. Да чтоб тебя. Бобби, свали, пожалуйста. Ай! Офигеть! Офигеть, он ее просто убил. Патроны. Да больно же. А, там некуда сходить. Отлично. Да я тебя понял, да-да-да, стреляй сколько угодно. Тут нечего делать, да? То есть я могу... А, нет, вон туда можно залезть. Скотина берет, стреляет по мне. Но это что-то новенькое, мы тут не были. Давайте хотя бы зайдем внутрь, посмотрим, что тут. Так. Интересно. Но тут тоже Бобби ходит. Кстати, он взял и от меня отошел. Свали от меня. Я тебя размансю. Да, перелезть. Там сказано только для рабочих, но как бы мне-то что от этого? Ничего интересного. Но опять же, это... О, тут мелочек. Можно, получается, сохраниться. Ну вот, да, тут втроем бы надо, чтобы открыть... Нас тут полтора человека, потому что он бьет только наполовину. Но тут есть комната с сохранением. Того Бобби можно растоптать. То есть надо было сразу наверх идти. Да не-не-не, он меня тут убьет. Скиллы. Убежать. Скиллы. Ага. Ну, ударь его. Не получается сбежать. Ну, значит, он меня тут и убьет. Он два раза промазал. А этого, ну да, он сейчас его доконает тут. Ну, нас уже двое, а руки у него до сих пор три. Ну, к тому же, бам, смотрите. Ладно, с этого момента я понял. Мы загружаемся. Мне не понравился чувак, который стреляет на машине. Я могу как-то стрелять, когда я не в бою? Я бы его как-нибудь грохнул бы. Давайте. Да, загружаемся. Где мы втроем? На-на-на. Куда мы сейчас можем отправиться? Нам опять же туда. Мне не нравится, что... Нет, я пошутил. Мне не нравится, что вот эти драки с Бобби, они практически неизбежны, и... Но они занимают довольно много хпшки, потому что, как ни крути, он тебя задевает. Он один, но он бьет три раза, потому что, ну, как бы, смотрите, в обычном бою у тебя один противник, ты... делаешь ход, потом он делает ход, а тут нет. Он типа тебя бьет, ты его бьешь, он тебя бьет, ты его бьешь. Ну, это вообще прям некрасиво. Давайте ее сразу тогда подлечу, чем есть. Уж, блин, у меня нету алхимелии другой. И, наверное... А вот эта травка лучше подлечила, кстати. Вот, и, наверное, можно вот этому другальку немножечко впарить. У меня остается еще одна доза, получается. Так. Ну хорошо. Давайте таким образом будем. Блин, сейчас, если не особо получится, можно будет сходить все-таки на того психа напасть. Интересно будет посмотреть что-то, как шиллинги. Так, я получил... Какой вайл я получил? Нет, этого нету, ладно. Белая. Начинает голодать. Ну, да блин, то, что он голодает, это, конечно, здорово.
9-миллиметровая зеленая травка. Он тут один ходит или их там два? Вот что мне интересно, если я сейчас обойду. Он мне... Ай, тут еще внизу один. Нет, ну проще тогда с тем наверху подраться и все. Мне даже вылезть не дал до конца. Так. А можно... очередность рук угадать. Вот это была сейчас правильная очередность, да? Так, то есть можно с ним бороться, если угадывать очередность рук, хорошо? Да почему ты ее-то бьешь, скотина? Вроде так. Перестань ее бить, блин, он специально ее фокусит, что ли? Ну что за фигня? Мне нечем ее лечить. Да, заплесневелый хлеб, блин. Яйцо. Копыта. Просто фишка в том, что ну убьют ее сейчас, и как бы. И что потом? Маленький ключ. Маленький ключик. Свали, Бобби, нафиг, просто нафиг. Я тебя не знаю, я тебя не вижу. Прощай. Мы расстаемся навсегда. Так. Наверху тихо. Так мы уже знаем, что это. Поехали, лезем. Но я даже не буду, наверное, ключик тратить. Потому что я могу просто ломануть эту штуку. Так, это я не буду делать. Минуточку, вот это вот. Запертая дверь, маленький ключик. Не, force open, давайте. У нас тут три человека. У него уже отход начался. Ну ладно. По крайней мере, мы его для боя с Бобби использовали уже хорошо. Ты не фанат исторических комедий, исторического комедийного жанра, под который попадает эта книга. Так, прохивельские документы. Дайте мне, пожалуйста. О, ну-ка. Блин, я пожалею об этом. Угу. Жаль. Кровать у нас типа нормальная. Но если я посплю, это будет уже или ночь, или что-то такое. То есть, в принципе, видите, сюда дойти можно, это не проблема. Нас тут догоняет Бобби, конечно же. Меня бесит, что он фокусит именно Беллу. То есть просто старается ее убить. Ладно, порядок рук мы нашли. Да, блин, на 8... Ай, блин, а у этого порядок рук другой, смотрите, не совпало. Лев. Ну, с этим сейчас будет... Ты офигел? С этим сейчас будет посложнее, потому что у солдата отходняк начался, он не так сильно бьет. Такую очередность рук. У каждого, видимо, своя. А, промазал. Лошара.
Блин, но так-то он сейчас ее просто ударит и убьет. И тогда он будет ржать на тому. Ну ладно. А, не убьет. Все, еще одного упокоили. Хотя он мне нафиг не нужен был. У них у всех заплесневелый хлеб. Ну ладно, зато мы можем спокойненько тут пошариться. Рецепты 15 века. Второй том. Отлично. Это хавчик готовить. Угу. Два брата, которые основали рыболовный маршрут. Да-да-да. В опасных водах наконец-то слишком много испытывали свою удачу и были пойманы водоворот. Даже если предмет не особо тебя интересует, ну, тема. Но все-таки эта легенда заставила твое сердце биться быстрее. И ты можешь призрачно представить себе огромный водоворот, который затягивает братьев в бесконечные глубины. Так, новые поэмы любви и мучений. Skin Bible новые. А зачем? Ладно. Тут у нас ничего, на столе ничего. Книги. Тут деньги, скорее всего, да, даже денег нету. Давай вот эти глянем. Угу. Ничего. То есть там прикольная комнатка сверху, там можно мелом будет порисовать, пописать. Но тут тогда получается больше вообще ничего нету. Хотя вот в эту сторону. О, погоди, в эту сторону можно пойти. Да-да-да-да. С усиленным замком. Да, давайте используем ключик, потому что мы иначе мы не ломанем. У нас также, если вы помните, есть домик с... Отель, видимо, пострадал от наводнений, от потопов. Масло нашли. Отлично. Трубку. Супер. Вот это не считается. Картонка. Картина, корзина, картонка, отель. На самом деле это интересно. Так, тут у нас груда чемоданов. Скорее всего, тут ничего и не будет. Что у нас там по хавчику? По хавчику нормально, надо бы здоровье подправить. У чувака уже вторая степень ломки началась. Вообще отлично. Ступеньки обломились, обвалились. Тут, кстати, больше ничего нет. Жаль, я надеялся на большее. Ай! Ай! Скотина, я думал, ты не достанешь. Но зато тут можно... Блин, а как мне тогда мимо него проходить? Ребят, напишите мне в комментах. Так, счастливая монетка, это хорошо. Лаванда, гнилое мясо. Но опять же, мы тут сейчас походим, посмотрим, потому что я тут не был ни разу. Мы потом загрузимся, скорее... Ну, не скорее всего, а точно загрузимся. Потому что, ну, меня такой поворот событий не устраивает. Тут везде Бобби ходят. Где столько хилок взять, чтобы вот это все потом проходить? 5 шиллингов. Пеппелс. Желтая. Нет, дружище, ты там, ты завянь, не надо за мной ходить, я сам потерялся. А ты кто такой? Там что-то пошло, видите? Отлично. Отлично, монетки в никуда ушли, потому что там были heads. Yellow while. Я могу тут пройти. Слишком тихо, ну да. Там можно было и вниз еще сходить. Я просто сейчас хожу, просто открываю для себя карту, чтобы понять, где что находится. В прошлый раз мы с вами ходили направо, в этот раз
налево, в этот раз пойдем направо, хотя бы посмотреть, что тут находится. Например, тут странный снайпер на грузовике. Теперь вы мне сможете подсказать, как его обойти, если вдруг это возможно. Блин, тут просто бесконечно, тут просто бесконечная карта. Этих бобей тут насыпано. Топор, между прочим, и патроны на дробаш, по-моему, да? Чё за место? Кафедрал, погодите. Ага, черноволосая девочка. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подождите. Отец домик. Вы же отец домик, не правда ли? Ваша дочь. Вот почему я здесь. Марина. Из-за нее. Я здесь из-за Марины. Че ты там мямлишь? Говори. Я здесь из-за Марины. Этот человек умер для меня. И она, и ее мать умерли для меня, ну, в моих глазах, после их грязных секретов. Ах, какой позор. Какой же трусливый путь они избрали. В любом случае, Марина далеко. И ты не найдешь ее, его здесь. Ее, его. И вы последнее, что стоит между Мариной и мной. И она идет сюда. В любую минуту здесь будет. Вам нужно испариться, исчезнуть. И тогда она будет по-настоящему счастлива. До того, как она сюда придет, нам нужно это сделать. Что ты сказала? Ты сказала, что она будет в Прахивиле? Вы заставили через столько всего пройти. Вот это что она хотела бы. О чем ты, черт побери, говоришь? Убери от меня свои руки, не трогай меня. Тупая девчонка. Ты не знаешь, с кем связалась? Не. Ты что, настолько самоуверенная? Что ты говорила насчет Марины? Ну, я, в принципе, что-то такого ожидал, наверное. Ты грязная шлюха Вавилона. Эпичные последние слова. О, что, блин? Что здесь происходит? Здесь, видимо, место для чего-то. Слабит от голода. Там написано на древнем языке. Так, давайте поедим. Типа, не то чтобы мне это прямо сейчас было важно, я собираюсь уже скоро заканчивать, и все равно загружаться придется, но чтобы нам немножечко дольше протянуть, желательно протянуть по игре, а не ноги. Шиллинги. Тут можно пройти, там можно пройти. Монетка. О, это записи. Погодите. Давайте немножко книги пошарим, раз мы здесь. Так, новые поэмы любви и этого. Ну-ка, давайте почитаем. Новые поэмы любви и страданий, написанные Рон Чамбарра. Ой, извиняюсь, ребят. Книга содержит вековые записи известного поэта Рона Чамбара. Эта книга сосредотачивается на поздней половине его жизни и творчестве. Первая поэма «Очерненное сердце» или ну, что-то такое. Ставки высоки. Ты также... Блин, на самом деле с поэзией у меня не очень хорошо. Вот. Живи в своей лжи и играй с моей кровью в груди. Ну, типа с чувствами, скорее всего, да? Имеется в виду.
кто бы поверил во все твои попытки очернить мое имя, а мертвый ворон как награда. Они говорят, что слезы высыхают, и я хочу увидеть тот день, когда заплачет сам Грегород. Тогда это будет жестокий век. И тогда эта страница будет известна как четвертая фаза. Не смей сдохнуть. Аплодисменты. Ну ладно, это так, Махабра, это скорее всего меня телепортнет. Я не уверен, это просто предположение. Дневник, так, погоди, книга страха, это мы знаем, оккультные гримуары. Combat Manual можно... Ага, инструкция содержит базовые навыки выживания ближнего боя. Следующие навыки можно применять как в боевых ситуациях, так и в ежедневной жизни. Отрубать конечности. Блин, по-моему, это уже... Да, рев, погодите, мы это все уже читали, мы это все знаем. Я, по-моему, Lucky Coin. Угу. Да, это мы читали. Так, давайте еще посмотрим, что у нас по книгам есть. Есть, кстати, вот, Craftsman Notes. Вот это мы подобрали только что. Джеймс, это опять произошло. Дети украли инструменты. Если их опять... Если я поймаю их на этом, они за это заплатят. Монах, погодите, священнослужитель сказал мне, что все, ну, типа, на все воля, что ли, получается, Божье, ничто не твое, ничто не мое, и это все Альмера. Ну, это понятно, духовность такая. Что за мамбо-джамбо, типа, что за ересь? Это, возможно, работает для священнослужителей, но... Это же не он реставрирует в строгих рамках проекта. В дальнейшем спрячу инструменты в коробке. У меня есть уже... Я уже себя отметил отличное местечко, куда мог бы их спрятать. Когда войдешь во второй холл... Знаешь там эту статую? Статуи, они указывают одна на другую. Просто иди по их указке. А последний указывает место возле стены. Я оставлю там инструменты. Там плитка на полу шатается. Ага, также, чтобы этим маленьким крысёнышам было сложнее, я решил закрыть подземный проход к месту реновации, обновления. Отец Домик забрал один из ключей к своему orphanage детдому. Один был оставлен священнослужителем. А последний я заберу в свою комнату. Если тебе нужно воспользоваться проходом, дай мне знать. Ага, я копирую себе локацию, я понял. Значит, я уже буду знать, где она находится. И тут у нас просто рагу. А, нет, стой, там наверх можно было залезть, да? Да, ну-ка, давайте сходим. И я упал. Это было глупо, максимально просто. Эх, а как если ни ноги не сломал, ничего? Кстати, церковь Альмера, я только сейчас это заметил, смотрю, тут все предназначено Альмеру. Ну, вон, кстати, фрески-то красивые, ну, в меру того, какими они могут быть. Угу. Расследовать. Ну, давайте отвяжем. Какая разница? В этом трупе может там что-то потом быть. Оно упало. А тут есть выходы на... О-о-о-о. Нет!
Просто свалите, пожалуйста, от этого. Пытается убежать. Конечно, пытаюсь убежать. Я еще хочу посмотреть, что я там свалил за труп. А это не меч случайно? Блин, какая штука. Сколько вас тут? Ущербные. Блин. В таком состоянии я с ними драться не пойду. Давайте мы спустимся вниз и посмотрим, что у трупешника было. Я же его не просто так отвязал. Мне просто интересно. Мне все равно потом придется загружаться. Так какая, блин, разница? Да, тут больше... Фига себе, тут леса настроены. Давай, вниз. Я уверен, что он прям куда-то вниз-вниз упал. Давайте посмотрим. Так, а ты где? Ну, другалек. А куда ты упал? Погоди. Зеленая травка, это, конечно, хорошо. Вот он. Я что-то думал, что он ближе. Расследовать. На нем нет ничего ценного. Учитывая по запаху, он умер уже давно. Ну, как бы... это для некромантии, что ли, трупик? 5 шиллингов, кусок ткани. А тут просто проход. А, и тут тоже можно забраться. Вон статуи внизу, видите? Которые указывают в разные стороны. Коробка с инструментами. Ну да, конечно, тут мне не повезло. То есть туда можно вернуться и пройти. А, ну и хорошо. Я коленку повредил, да? Так, мелок. Бади один. Блювайл. Это я допадался, но в меня еще там и стреляли, и всякое такое, так что чувствую себя слабым от голода. Ну давайте поедим, я ж не против. Так, указывают. Опять же, тут нужно будет походить, посмотреть. Я это сейчас не буду искать, не потому что мне лень, а потому что я все равно буду загружаться. Ну, типа, место у стены. Окей, ладно, надо будет потом глянуть, что это, где это. Рычажок. Ага. В исповедание заходить, честно говоря, не хочу. Мне кажется... Да, видите? Вот это место у стены. Болт каттерс, болт актейп, водка, отлично. Ну, то есть мне логично показалось, что это именно здесь. Я не знаю почему. Там была статуя, которая указывала на эту стену. Я захотел посмотреть. Так, а туда я сейчас не пройду никак. Хорошо. Плохо, конечно, но хорошо. Так, что мы тут можем еще? Певцо нашли. Карта просто чудовищно огромная. Ну, с другой стороны, я просто первый раз по ней хожу, поэтому она мне кажется огромной. Не знаю, мне... У меня вот просто такое ощущение, хотя, опять же, первая часть все равно сложная, но когда ты ее уже несколько раз прошел, кто по мне стреляет? А, я слышу просто выстрелы. Показалось, по мне стреляют. Не то, чтобы я могу сказать, что я полностью прошел, я прям эксперт в первой части, но в первой части я стал себя чувствовать поувереннее. Это, мне кажется, сложнее. Она, мне кажется, гораздо более объемней и сложнее. Но, опять же, я понимаю, что это сиквел, все дела... Он должен как-то развиваться и привносить что-то новое. А это разве не проход в старый... Погодите.
Ага, с ним можно подраться. Я думал, что... Фига себе, а что ты такое огромное? Ну, он нас сейчас быстро убьет. Мы, в принципе, нарываемся. Ему это даже руку не отбило. Две атаки. И он еще и со щитом. С винтовкой и со щитом. И винтовка штыковая. И вообще... Все, ладно, ребят. По крайней мере, у нас сейчас пати на 3 человека. Мы сохранились после того, как лутанули особнячок. Я, наверное, попробую за кадром сходить все-таки того сектанта грохнуть. Не знаю, насколько хороши шансы у нас. Вот. Но что есть. Давайте тогда загрузись. Будем на этом заканчивать. Посмотрели много новенького, узнали много интересненького. Как играть дальше, я без понятия. Нет, ну как-то что-то будем придумывать. Жду ваших советов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Всем ладушек. Всем покеда.